В паллиативном отделении 3-й городской больницы сейчас по-настоящему домашняя обстановка. Кто-то смотрит телевизор, читает газеты или же просто отдыхает в своей палате. После ремонта здесь обновили буквально все. Палаты стали светлыми и современными, у постели каждого пациента своя экстренная кнопка, после нажатия на которую сигнал поступает на пост дежурному врачу. При необходимости воспользоваться ею можно, не вставая с постели. Если 14-я палата, первая кровать. Отделение очень светлое, очень много света в палатах, в коридорах. То есть у нас точно так же для их удобства тренажеры установлены, телевизор, диваны. То есть стараемся вывести на максимальный комфорт. Общая площадь отделения больше 600 квадратов, отремонтировано около 200. Благодаря новому ремонту паллиативное отделение удалось расширить. Здесь увеличилось количество коек, добавили 35, теперь их 65, из которых 5 для интенсивной терапии. Сейчас отделение полностью заполнено. Чтобы создать такой комфорт, из краевого бюджета на ремонт выделили 6 миллионов рублей, из них 3 на техническое оснащение. Вот удобное положение пациента. Внутри, ну, прекрасно, просто идеально, молодцы, потрачено огромное количество денег, я думаю, на пользу. Цветовая гамма, естественно, выбираются тона спокойные, люди должны быть спокойны, да, конечно, самые спокойные, нормальные цвета. Зачем тут резких, не надо, как раз надо людей успокаивать, чтобы они, так сказать, нормализовались. К слову, это не хоспис, и пациенты здесь после курса лечения отправляются домой. К примеру, наш герой Арсений Сафаров впервые попал сюда 1,5 года назад. Тогда его занесли на руках. Теперь он проходит очередной курс лечения. В таких условиях, как сейчас, и восстановление пациентов идет более быстрыми темпами. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.